без кофе не могу. Сна не хватает и прибодриться надо. Это итальянский кофе в базаре. Дорогой, но хороший. Вообще нравится здесь, потому что когда я была в Европе, я жила там какое-то время, и ощущение европейского вот этого качества жизни, здесь это ощущается на самом деле. Очень классное место, очень классно. Очень классная команда, как официантов, так и управляющих. Очень уютно. Вечером прям так очень красиво. Нас прям сюда тянет. Свою улицу приходим. Да, мы здесь и живем очень близко. И для нас это уже стал такой семейный ресторан. Обстановки, да, вкусному просекко. Просекко классное. И пиво, кстати, тоже. В общем, Жанна была с самого открытия в ресторане, когда мы все построили, сделали, сломали, перевернули, покрасили, повесили, тарелки купили. Оттирали. Потом появилась Жанна. С Жанной мы ругались уже 100-500 тысяч раз. И я надеюсь, что мы будем столько же ругаться еще, но всегда мириться. И не важно, сколько раз мы с тобой ругаемся. Благодаря. Ты меня уже понимал, да, понимаешь, да, что я сработал такая. Как-то так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.